Между Россией и Америкой 90 километров льда. Фёкла Толстая и Джон Циммерман друг другу гораздо ближе. Где-то далеко летят поезда, самолеты сбиваются с пути. Если он уйдет, это навсегда, так что просто не дай ему уйти. Я довольно молодой, возможно, у меня опыта нет. Но, девочка моя, я помочь тебе бы мог и пролить на жизнь твою солнечный свет. Ни минутки у тебя нет, на работе перерыв, всего ничего. Но ты напудришь нос, выйдешь на обед, и за столиком в кафе ты встретишь его. Где-то далеко летят поезда, самолеты сбиваются с пути. Если он уйдет, это навсегда, так что просто не дай ему уйти. Отчего же ты молчишь вдруг, посмотри в его глаза и не робей. Только долгих лет замыкал я этот круг, это я его привел навстречу к тебе. Я привел его из тех стран, где затоптаны в песок осколки мечты. Он прошел сквозь лес, через океан, он, конечно, одинок, так же, как ты. Где-то далеко летят поезда, самолеты сбиваются с пути. Если он уйдет, это навсегда, так что просто не дай ему уйти. Где-то далеко летят поезда, самолеты сбиваются с пути. Если он уйдет, это навсегда, так что просто не дай ему уйти. Если он уйдет, это навсегда, так что просто не дай ему уйти. Где-то далеко летят поезда, самолеты сбиваются с пути. Если он уйдет, это навсегда, так что просто не дай ему уйти. Если он уйдет, это навсегда, так что просто не дай ему уйти. Так что просто не дай ему уйти. Так что просто не дай, не дай ему уйти. Фёкла Толстая и Джон Циммерман. Джон.